Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Мулен Руж» 2001 года. Действие фильма разворачивается в 1899 году в знаменитом парижском ночном клубе. «Мулен Руж» — это не только дискотека и шикарный бордель, но и место, где, повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу праздника, собираются страждущие приобщиться к красоте, свободе, любви и готовые платить за это наличными. «Сделай шаг, лови момент» 2013 года. История о двух танцорах, которые выросли в разных условиях, но они оба окажутся в Нью-Йорке и будут работать вместе в клубе. Между ними соперничество, но когда двое влюбляются, история превращается в историю Ромео и Джульетты. Рок на века. Девушка из маленького города приезжает в Голливуд, чтобы покорить его музыкальную сцену, но вопреки мечтам оказывается раздавленной безжалостной фабрикой грез. Но на нее обращает внимание экс-звезда рок-сцены Стейси Джекс, а сама девушка, хоть и устраивается работать в стрип-клуб, обретает настоящую любовь. Звезда родилась. Шаг вперед. Все или ничего. 2014 года. В переливающемся огнями Лас-Вегасе лучшие танцоры планеты сойдутся в батле, который решит все. Талантливый самоучка Шон и красотка Энди, мечтающие о славе и богатстве, примут участие в популярном реалити-шоу и бросят вызов непобедимым командам противников, а главное – самим себе. Смогут ли они преодолеть страх, пережить предательство и обуздать страсть, чтобы стать первыми и осуществить свои мечты? Холодная война. Это история невозможной любви в невозможное время. Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты. Кажется, что они совершенно несовместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. Слава, 2009 года. В престижной Нью-Йоркской школе искусства студенты из всех слоев общества, будущие танцоры, певцы, актеры и художники получают шанс осуществить свои мечты. Но только талант, одержимость и непомерный труд могут привести их к славе. «Дьявол носит Прада». Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Андреа по окончанию университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Андреа всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано. «Братство танца» 2007 года. После смерти своего младшего брата 19-летний уличный танцовщик из Лос-Анджелеса, диджей, переезжает в Атланту, где поступает в местный университет. Там он открывает для себя особый вид степа, который танцуют афроамериканцы.
Талант диджея привлекает две противоборствующие команды танцоров, каждая из которых намерена с его помощью победить на престижном конкурсе степа. «Сделай шаг» 2008 года. Ларин, молодая девушка из Индианы, отправлялась в Чикаго с мечтой поступить в Чикагскую школу музыки и танца, но после неудачи на вступительном конкурсе она вынуждена работать в бурлеск-клубе, который оказывается местом, позволяющим Ларин понять: планы могут измениться, а мечты – никогда. «Супер Майк» 2012 года. Это фильм о настоящей мужской дружбе в мире стриптизеров. Главный герой – танцор, который обучает молодого парня, как необходимо вести себя на сцене. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!